Юрий Вакойко 1-1 против Жил Висента. Дай свой комментарий об этой игре. Хорошая игра. Я думаю, что болельщики остались довольны, не зря пришли. Считаю, что первый тайм за нами. Мы были более активны, более свежие. Острота, я даже не помню, чтобы у них какой-то даже удар был опасный. Но второй тайм, не знаю, или они перестроились, или мы подсели немного. Но второй тайм, конечно, полностью за ними. У нас так было буквально 1-2 раза, мы там остро выбежали, у них было пару моментов. И считаю, что 1-1 по тайму хорошо, и слава богу, что Нил помог нам, выручил в конце. Сказал, что игра поменялась в втором тайме. Мы подустали или есть какие-то другие объяснения? Ну, конечно, подустали. Такой футбол у нас немного энергозатратный. Можно сказать, что 1-1, как бы на своей половине играем много, а у них команда такая вся резкая, подвижная и много движения. Ну, в первом тайме ничего не дали им сделать. Еще могли, конечно, еще один гол запихнуть им. Как мы можем их выиграть в Португалии? Ногами? Да? Как выиграть? Ну, посмотрим, разберем эту игру. Я считаю, что нужно подкорректировать немного второй тайм. Не знаю, может, они что-то поменяли, но мне, конечно, кажется так больше, что мы подсели, или они включились. Может, они немного недооценивали нас в первом тайме. Посмотрим, будет видно. Ну, у нас резервы есть? Конечно, конечно. Мы еще не все домашние заготовки показали. Атмосфера? Атмосфера? Атмосфера классная. Конечно, даже вот этот момент, который в конце они создали, из-за того, что мы хотели забить второй. Не так, что мы там отбивались, играли там на ничью или удерживали счет. Мы все побежали вперед. Ну, немножко, мне кажется, надо быть с холодной головой последние минуты. И слава богу, что так сложилось, что Нил выручил.